В школах Тюмени стартовали уроки безопасности, на которых учеников и педагогов учат, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Поводом послужила недавняя трагедия в Ижевске. Напомню, днем 26 сентября в здание учебного заведения ворвался мужчина и открыл стрельбу. В результате пострадали 24 человека, еще 17 погибли, в том числе 11 детей. Что делать в подобной ситуации? Куда бежать? Можно ли звонить родным? На первом практическом занятии в 48-й школе с точностью до секунды разобрали действия детей и педагогов. Девятиклассники строго следовали инструкции, закрылись в классе, выстроили из парт высокие баррикады, спрятались в самом дальнем углу кабинета и замерли. На все ушло чуть больше минуты. Конечно, мы в этой ситуации никогда не оказывались, но я считаю, что очень важно, что мы это сегодня проработали, потому что это может спасти нам жизнь. Была минута шесть. Подобные уроки запланированы во всех учебных заведениях города. Пригласить инструктора-специалиста можно, подав заявку в организацию «За безопасное детство». К сожалению, мы видим, что опять Ижевск. Никто не может гарантировать, что Ижевск стал последним. Крайним случаем в этой цепочке событий. Поэтому я считаю, что дети должны быть готовы, но самое главное, должны быть готовы педагоги. Педагог в экстренной ситуации не должен растеряться.